Здравствуйте. Это минус один. Если вы разбили автомобиль, и этого никто не заметил, авария не засчитывается. Мы же покажем повторы спорных моментов. Мне почему-то казалось, что все давно пристегиваются, и вопрос снят. Все потому, что я давно не ездил на попутках. Ни в одной машине, пойманной за прошлый месяц, водитель не был пристегнут. Да в общем и не надо. Не пристегивайтесь. Штраф всего лишь 85 гривен. Дешевле только дорогу перейти в неположенном месте. Вы слышали историю, что водитель однажды не пристегнулся, и это спасло его жизнь? Эту историю слышали все. Она одна. На тысячи других, которые сняты на видеорегистратор. Перечитывать пункты 10.3 и 10.4? Да ладно! Я и так все знаю. Ни разу не читав ПДД, понятно, кто кому должен уступить, в какое зеркало посмотреть и какой поворотник включить. Да хоть заучив эти пункты наизусть, мы будем продолжать лупиться в соседей по ряду. Почему? Потому что мог бы и уступить. Стоимость этой фразы – 850 гривен плюс ремонт как минимум двух автомобилей. Следующее видео про лося. Однажды финским водителям надоело врезаться в животных, и они научились правильно их объезжать. Это знание распространилось по миру, и некоторые водители открыли для себя его секрет. Он не прописан в правилах, и ему не учат на уроках в автошколе. Так что не переживайте, что прогуляли. Что такое лосиный тест? Это правильная последовательность действий водителя перед тем, как матюкаться. Или вместо этого. Нужно всего лишь верно нажимать на педали и одновременно точно крутить рулем. Как этому научиться? Поищите в YouTube или нажмите на ссылку прямо под этим видео. Спасите лосей! Научитесь рулить! Курсы стоят приблизительно как новый бампер и радиаторная решетка. Это был очередной выпуск программы «Минус один». Возможно, этот эпизод показался вам слишком добрым. Следующий будет гораздо неприятней. Спасибо, что досмотрели. Увидимся на следующей неделе на Первом автомобильном или в любое время на youtube.com/автомобильный.